Hey, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в Голодные игры. Сегодня мы играем на карте Survival Games 4. Так, побежали, вперед. Я хочу, все хочу. А, вот это... О, да, детка, два сундука на спауне. Да ладно, всего лишь два. К сожалению, меч нам не обломился, но зато у нас есть кусочки железного сета и лаги. А, и железный слиток, ништяк. Так, ставим, собираем и побежали вперед. А, я хочу найти хотя бы каменный меч. А, так, интересно, кто-нибудь уже забежал или никого пока? Эй, чуваки. О, да, походу, что пока никого. О, тя-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 
какой-то меч, еда, и мы готовы к бою, готовы дать отпор любому, как кто к нам придет. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Ну что ж. Знаете такой... Знаете такой прикол, что... Ого! Нифига себе, чувак! Блин, в железной кирасе, я хочу ее. У него меч, да? Да, у него меч какой-то, ладно, не будем. Не буду на него пока налетать, хотя, знаете... А давайте попробуем свое счастье, а? Вдруг повезет. Чувак? Ты здесь был? На! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Получай! Получай, получай, получай! Ава, да, ништяк! На, раз, на, два, вот, есть, ну я просто лайка про на самом деле, ребят, ну вот вы видели, просто затащил, получил алмаз и, блин, я слил чувака с броней намного лучше моей, ништяк. Так, ну что ж, это, за это нужно себя благодарить и покушать, так, давайте, наверное, вот так сделаем. Кстати, у меня есть железный слиток, пойдем, наверное, скрафтим себе железный меч. Потом найдем еще один алмаз, и уж тогда будет алмазный меч, но пока что просто железный. Так, ну, заходим сюда. Быстро, пока никто нас не просек. Так, палка и два железных слитка. О, да, детка. Ну что ж, ну теперь держитесь, ребятки. У вас там осталось... Ой, что-то вы там много помираете, у вас осталось 11 человек. Ай, надо срочно уменьшать ваше количество, только чтобы я это делал. А, вон, чувак. What's up, man? Ты хочешь поговорить со мной? Ну, я думаю, да. На. Нифига себе, какой он. Ну, ты какой крутой, а? Ты крутой, да? На, крутой. А, черт, не попал. А, ну, сейчас он будет от меня... Ой, блин, я сам себе выстрелил. Сам себе в ногу. Ладно, я думаю, бессмысленно сейчас за этим парнем бежать, потому что он сейчас будет убегать. А вот за этим чуваком можно, оба. Ну что, ты думал, я тебя не видел, да? Думал, я тебя не вижу? Ну, только ты-то не убегай, а! Нет, на-на-на! Так, и выстрел из лука! О, да! Ну, просто я лайка про... И два алмаза! О, е-е-е, ну мне... Ребят, этот раунд просто мой! Я тащу! Ну что ж, теперь нам нужно найти верстак. Верстак у нас на спауне есть. А, нет, вот это... Сейчас я не хочу драться с тем чуваком. А, ну, потому что он серьезно экипирован, а стрел у меня больше нет, да... Да ё-моё, а! Уйди нафиг, ушел! Ушел от меня, блин! Я чуть не откинул копыта. А, так, все, быстро уходим, наверное, отсюда и пойдем крафтить себе алмазный меч. Ой, по мне еще из лука стреляют, нифигасеньки себе. О, спасибо за стрелу, кстати, мужик. Оу, спасибо за вторую стрелу. Ой, лошара. Так, сейчас, быстро, алмазный меч, не тупим. Надо сейчас крафтить. Все, он не бежит уже, отстал, ну хорошо. Так, быстро сюда. И этот дом меня спасает просто раз за разом. Так, быстро сюда, быстро. Так, алмаз. Палка, алмазный меч. Так, и можно надеть штанишки. И, кстати, золотое яблочко. Ну, ништяк. Ну, живем. Ребят, живем. У нас есть золотое яблоко, алмазный меч, полный железный сет. Кажется, этот раунд... Я знаю, кто победит в этом раунде. Куда ты убегаешь, чувак? Ты их только что хотел меня убить. Ну, давай, я вот он. Я за тобой бегу. Не бойся, убей меня. Ну, ты же можешь. Ты же хотел меня убить. Давай. Ха, господи, я своим мечом всем люлей еще буду раздавать. Пошли все вон. Куда? Вот так тебе, а? Раз стрела. Так, я думаю, что сейчас он откинет копыта. Главное попасть по нему второй стрелой. Да. О, да. Ну что, пытался по мне своей стрелами попасть и не получилось. Ха-ха. Ну что ж, ладно, давайте оденем, наверное, шапочку железную. И мне нужны стрелы. Так, нужны стрелы. Нафиг. Одна стрела, ты что, издеваешься, мужик? Да. И кремния у тебя нету. О, еда есть. Ну, в принципе, с едой у меня проблем нету, так что ладно.
Ты умер напрасно. Ой, там кто-то еще бежит. Ну, давайте посмотрим. А, чувачок. Вазап. Ой, я выкинул топор. Как я мог выкинуть топор? Ну, давайте поговорим вот с этим парнем в золотой одежде. Он где-то здесь был. Нига, вазап, где ты? Ага, вон ты. Такой, знаете, он мне на самом деле негр напоминает. Который там ходит, такой весь в цепях обвешанный. У него настолько много цепей, что он просто в золотой кирасе. А, не, он даже без одежды. Ну, прости, чувак. Я не хотел этого делать, но... Да как ты так? Воу-воу-воу! Нифига себе! Ушел! Ушел от меня! Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Вот этого я не предвидел. Вот этого я вообще не предвидел. Мама! Так, быстро уходим. Не попал. Да беги давай! Так, главное, чтобы нас сейчас не подстрелили. Главное, чтобы не подстрелили. Не подстрелили. Дай! Да как так? Нифига себе, а! Ну вот, ребят, сами видели, вот это было просто мега обидно. Я совсем не ожидал, что за мной кто-то еще побежит. Ладно, я думаю, сейчас будет второй раунд. Ребята, второй раунд у нас будет на карте Breezy Island. Почти Breezy, только Freezy. А, замороженный Breezy Island, очень здорово. Ну что ж, почти классика голодных игр. То есть, самые классические карты это... Ой, да ё-моё, как так получилось-то? Я хочу вот это, я хочу вот это. Все хочу. И хочу вас убить! Убить тебя хочу! Вот это, да. Так, ладно. А вот этого, вот этих чувачков убьем, они тут стоят такие просто... А-ля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 . О, ништяк, железные штанишки. Так, следующий. А, ну все, вы разбежались. Ну что ж, я думаю, это залог на успех. Вот начало, вот такое начало. Так, вот этот парень, ну я хочу его убить, Я хочу тебя, парень. Я хочу тебя убить! Убить. Ты уж извини меня, но у тебя был слишком клевый шмот, чтобы оставлять тебя в живых. Ладно, все, лезем наверх. А, главное сейчас убивать людей, пока они не добыли себе такой же клевый шмот, как и у меня. А, так, где все могут быть? Ну я даже не знаю, пойдем на корабль. Все, пойдем на корабль. Там. Во, там сколько чуваков? Много? Там аж трое, как минимум трое. Так, what's up? What's up? Ой, кстати говоря. What's up, man? А, ну ладно, ты убегаешь. Во, тут парни тусят. Привет, ребяшки. Можно я с вами поговорю? Так. Кстати, вот этот сундук никто не облутал. Пипец. Я в шоке от этих игроков. Так. Конечно, я сам невнимательный, и кто-то там дерется, но. Так, давайте выйдем на улицу и посмотрим, кто дерется. Я хочу тоже навалять кому-нибудь, а? Блин, они все на палубе, а? Вот, тут можно залезть. Ништяк. Сейчас такой вылезает из глубин. Нифига себе сколько. Человек, привет, мэн. Ну все, тебе хана, тебе полный капец. А, вот и тебе капец, и тебе капец, и тебе капец. Че, у вас тут тима из трех человек, да? Раз, так, и у тебя... Офигеть, ребят, реально. Реально тима из трех человек. Так, главное от этого слить и... Десантировался вниз, господи. Вы посмотрите на этого. Блин, как... Засраша. Ты меня поджег, ты понимаешь, ты меня поджег, а? Блин, говнюк. И у вас был один алмаз на всех. Железо. Ну что ж, неплохо, в принципе, оделись. Будем сейчас осторожны. Ах, у меня есть лодка, но лодки... От лодки на этих голодных играх, на этой карте, толку, ну, вообще никакого. Ладно. Сейчас у меня уже сердце того тудуф-тудуф. Надо пригениться. Так, ребятеньки, ребятишки, где кто... Ой, вы шутите, что ли? У него же алмазный меч! Мама. Там Тима и чувак с алмазным мечом. Не. А, ну хорошо, он побежал не в мою сторону, но если я его завалю, это будет клево, но... Фига себе, что так все хорошо одеты, а? Так, парень, ты мне не нравишься. Опс, прости, я не попал. Ой, кстати, а что-то я развыпендривался, у меня же жизнь-то пока еще не... Полные. Вот, беги. Молодец, раз, два, три. Да как-то, блин, я что-то слишком на опережение выстрелил. Так, три. Ну на, четыре, вот, три, третья стрела. И четвертая стрела. Так, сколько у тебя жизни, а? На. Ну, блин, ну я все стрелы на тебя потратил. Му-му-му-му-му. Би-б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 и. Ну, куда ты убегаешь, а? Нет, я тебя убью. Да, я тебя убил. А, с алмазником? Не, спасибо, чувак. Я знаю, что у тебя алмазный меч, и пошел-ка ты от меня пока нафиг. А, блин, стрел у меня нету, к сожалению. К моему величайшему сожалению, я без стрелы у тебя... Или ты не тот, который с алмазным мечом, а? Вот я не понимаю.
Сначала он за мной бежал, теперь я за ним бегу. Ну, чувак, стой, ладно уж. Ну, не будь ты таким бякой. Стой. Не убегай. Мы с тобой еще не закончим, у тебя зажигалка. Нет, не смей. Не, господи, у меня уже паническая боязнь зажигалок. Особенно после Евгехи, блин, поджигателя. А тут еще вот этот размахивает. Бежит вообще голый и размахивает зажигалкой. Так, если никто не бежит, хорошо. Ох, как же давно я не играл в голодные игры, ребят. А, мне это уже страшно. Так, не поджигай. Ты, главное, не поджигай меня, и все будет хорошо, чувак, хорошо? Кстати, а что у меня есть? Ой, два железных слитка. Ладно, ребятки. Ой, ты что ты на меня машешь своей фигней, а? Чувак, ты меня не убьешь. Ты понимаешь, что ты меня не убьешь? У тебя нет вообще шансов. У тебя вообще нет шансов со мной что-то сделать. Ну на, блин, как же так-то, а? Вот, давай, стой, чувак. Ай, ну иди нафиг, я пошел железный меч крафтить. Ну да, все, он убежал вообще. Блин. Нет, ладно, все, я иду убивать того чувака, все, отстань. Ты, алмазник, от меня отвали. Ты, главное, меня не трогай, ладно? И все будет хорошо. Так, тут кто-то еще бежит на кого-то. Кто-то дерется с кем-то. Это палка. Так, вот ты регенишься, я тебя убью. Будь ты алмазный меч, отстань. Куда ты убегаешь? Эй, Мартинберг. Мартиниберг. Боже, я не знаю, как это правильно читается. За мной бежит алмазник или не бежит. Как же мне дотянуться до F5? Блин, он бежит за мной, мама, за мной бежит алмазник, что мне делать? Я не хочу умереть от его руки. А походу придется. Нет, не придется. Я смогу его затащить. Сейчас главное вот этого парня убить. Походу у него хп вообще маловато. Вот, опа, алмаз, у него был алмаз. Все, ребят, бежим и крафтим алмазный меч. У меня теперь два меча, два алмазных алмазика. За мной бежит алмазник. Ну ладно, блин, он за мной бежит, да? Опа-па-па-па-па-пам. Ну что, прости, парень, это судьба. Блин, во, они дерутся, вон, смотрите. Дерется алмазник с... Ладно. Что ты мне лодку кидаешь? Что это было? Зачем? Стой, господи. Я боковым зрением увидел алмазника и чуть не наложил в штаны немножко. Так, ладно. За мной или не за мной? Блин, мне нужно срочно на спаун. Мне срочно нужно скрафтить себе алмазный меч тоже. Все, беги. Так. Все, вроде бы за мной никто не гонится. Сзади никого. Хорошо. Фух, господи, как же это страшно, а. Так, палка. Можно вздохнуть спокойно. Так, давайте оденем железо. Все, в принципе, одето хорошо. Стрелы есть. Так, стрелы, давайте индикатор стрелы сюда вынесем. Еда есть. Так, ну все, в принципе, мы готовы на битву с алмазником. Все, пойдем, у них там потихард, пойдем потусим. На. Вот ты, чувак, умрешь от моей руки. Ты умрешь, да. Так, алмазный меч. Главное подобрать алмазный меч. Все, хорошо. Два алмазных меча у меня, чтобы никому больше не досталось. Эй, куда ты? Так, где-то был еще один очень клевый чел. Ну, блин, ты вообще какой-то, чувак, на тебе. На тебе еще, блин, ну... Ай, ладно, у него, видимо, сегодня судьба такая, он будет просто от всех убегать. Ладно, так, там еще один парень. На! Ты уж прости, но Тима никакой не будет. А, кем бы ты ни был, хоть ты, я не знаю, Джеймс Бонд. На тебе, я тебе из лука просто застреляю. Ну куда ты убегаешь, а? Все, что стоп? Нет, чувак, я никому не верю в эти голодных играх, так что не стоп! Так как-то я, блин, надо было бежать от него с мечом наперевес. Ладно, я сейчас уже все стрелы растратил. Пойдем подбирать остатки. А то еще 10 секунд до смача, а я тут без стрел, это будет фигово. Так, сюда. Опа. Ну, блин, стрела не подбирается сразу. Так, 10 секунд. Все, ты сольешься от меня. 3, 2, 1. А, я промазал. Умирай. Ну, умри ты, блин, ты умрешь или не умрешь, а? О, кто-то там уже... А, подписчик. Ну, блин, чувак, прости, подписчики, я говорил, всегда должны играть против меня. Ладно, так. Кто-то там... Кого-то там бьет молния, кто-то решил откинуться сам. Так, ладно, пишем, окей. Подписчик, хорошо. Давай честно. Стой. Да, я шед. Стой, парень.
Давай я тебе дам... Да подожди ты, блин. Я не хочу тебя убивать. Давай честно. На. Так. Один, два, три. Ой, да-да-да-да. Ну что ж, хана тебе, печенек. Ну, вот сейчас все честно и все нормально. Только, блин, только он меня что-то слишком много снял. Ладно, видимо, я ему тоже немало. Оставь, давай, беги, выбегай сюда. Эй, что ж такое, ладно, на перерез, оп. Ну на, да как так, а? Ладно, давай на обгон, вот так, на обход, привет. Ну на. Ну, стой, у тебя были все шансы меня завалить, если бы ты начал меня бить. Ну, а, что ты делаешь, а? Что ты пытаешься сделать? Ух ты, как так-то, а? Почему так сильно бьет? Ай, уходим. Время ретироваться, сменяем позицию. 4,5 сердца, это слишком мало для эпичного поединка, хотя на, по голове раз, по голове да, оба, есть, я убил его. Фух, ну что ж, подписчик, если что, ты увидишь эту запись уже сегодня. Ах, ребят, я думаю, на этом закончу серию. Это были офигенные голодные игры. Я восстанавливаюсь, вливаюсь обратно в ритм. Если здесь первый раз, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы, ставьте комментарии, рассказывайте о видео друзьям. Это потрясающе поможет развитию канала. С вами был Шет, и всем до новых встреч. Всем пока-пока. Ты жив? Да, но я не успел ничего взять. Я тоже не успел, пофиг, Олег, пойдем. Хорошо, ты видишь меня? Да, я за тобой, давай, вперед. А ну-ка, иди назад, вот.